Здравствуйте, дорогие рукодельницы, меня зовут Елена, я рада вас приветствовать на своем канале Мир рукоделий творчества, вязание пряжа. Сегодня мы с вами будем вязать узор крючком, узор ажурный. Я буду вам показывать, как вяжется узор. Научимся читать схему и вязать каждый ряд узора вот такой замечательный узор. Схема узора будет прикреплена в конце видео, а также во вкладке сообщества. Также вы можете подписаться на канал, включить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов на моем канале. Так как в декабре мы будем завершать начатые проекты, и я буду постараюсь еженедельно публиковать на канале интересные проекты, мастер-классы, на те модели, которые я нахожу на просторах интернета. Надеюсь, для вас мой канал будет познавательным, и вы разделите со мной интерес по вязанию, и будем вязать с вами вместе. Вот, таки, вот таким образом выглядит узор, который мы будем вязать с лицевой стороны и с изнаночной. Смотрите, он какой универсальный. То есть он, получается, одинаково выглядит с обеих сторон. Узор, то есть какие плюсы у этого узора. Узор вяжется крючком очень легко, просто и быстро. И данный узор даже сможет связать начинающие вязальщицы, которые только-только учится вязать крючком. Узор можно вязать по кругу, прямыми и обратными рядами. Для вязания узора подойдет любая пряжа по составу и метражу. Вертикальные ажурные полосы, дорожки в виде таких вот цветочков зрительно удлинят фигуру и также придадут вашему вашему фигуре стройность и можно также полотно, вязаное поперек, связать. То есть эти уже полосы будут немножко по-другому смотреться. Данный узор идеально подойдет для вязания платья, которое вы видите на фото. Кофты, топа, майки, жилета, жакета, кардигана, снуда, шапочки и палантина из тонкого нежного махера, ангоры либо шерсти. Присмотритесь к этому узору и возьмите себе его в копилочку. Надеюсь, он вам пригодится, и вы воспользуйтесь моим мастер-классом по вязанию данного узора. Давайте я вам расскажу, из какой пряжи я буду вязать и инструменты для вязания. Специально я выбрала пряжу секционного окрашивания хотела вам показать, каким образом выглядит узор, если связать из пряжи сексонного окрашивания. Также можно использовать пряжу однотонного и меланжевого окрашивания. Я выбрала пряжу Alize Diva Батик Это стопроцентный микрофиброакрил, 100 граммах 350 метров. Цвету пряжи Номер цвета 4574 74 бежево-белый и мальва. Крючок для вязания на этот раз я выбрала номер 2,5 мм. Торговая марка Clover, Амур. Страна производства Япония. У него прорезиненная гибкая ручка. И очень удобно он им вязать легко, тоже быстро и рука не устает. Свяжем вот такой образец. И в конце видео я покажу вам замеры связанного образца. Может быть, если вы будете вязать из этой же пряжи, чтобы не вязать вам контрольный образец, воспользуйтесь моими замерами. Приступаем к вязанию легких нам петелек. Вязать узор я буду вот по этой схеме. Схема прикреплена в конце видео. И также вы ее можете найти и распечатать в вкладке сообщества на канале Мир рукоделия и творчества вязания пряжи. Для начала вязания набираем цепочку из 38 воздушных петелек плюс 3 петельки подъема. Всего 41 воздушная петелька. Начинаем с нулевого ряда. Я вяжу цепочку из 38 воздушных петелек. Приступаем к вязанию первого ряда. Первый ряд считается схеме справа налево 3 петельки подъема далее мы в каждую петельку цепочки провязываем 5 столбиков с одним накидом всего с учетом петелек подъема должно получиться 6 столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки 2 петельки цепочки пропускаем и Далее в каждую петельку цепочки провязываем 10 столбиков с одним накидом. 3 воздушных петельки, 2 петельки цепочки пропускаем и повторяем раппорт. Провязываем в каждую петельку цепочки по одному столбику с одним накидом. Всего должно получиться 10 столбиков с одним накидом. 3 воздушных петельки, 2 петельки цепочки пропускаем и заканчиваем первый ряд 6 столбиков с одним накидом. Приступаем к вязанию первого ряда. Для подъема я набираю 3 петельки воздушных. Раз, два, три. И отсчитываю 1, 2, 3, 4 и в пятую петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. Если учитывать петельки подъема, то это будет считаться как второй столбик с одним накидом. Далее вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Так, это третий. Четвертый, пятый столбик с одним накидом и шестой столбик с одним накидом. Три воздушных петельки. Раз, два, три. Три петель, две петельки цепочки я пропускаю. Раз, два и в третью петельку цепочки провязываю первый столбик с одним накидом. Далее в каждую петельку цепочки провязываем еще 9 столбиков с одним накидом. Раз столбик с одним накидом, в следующую петельку провязываем второй столбик с одним накидом, в следующую петельку цепочки, третий столбик с одним накидом, далее четвертый, пятый столбик с одним накидом, шестой столбик с одним накидом, седьмой столбик с одним накидом, восьмой столбик с одним накидом, девятый столбик с одним накидом и десятый. Закончили вязать раппорт. Три воздушных петельки цепочка из трех воздушных петелек Накид 2 петельки цепочки я пропускаю и в третью петельку цепочки провязываю первый столбик с одним накидом. Далее вяжем еще 9 столбиков с одним накидом в каждую петельку цепочки. В следующую петельку цепочки провязываю второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом, четвертый столбик с одним накидом пятый столбик с одним накидом, шестой, седьмой столбик с одним накидом, восьмой столбик с одним накидом, девятый столбик с одним накидом и десятый. Три воздушных петельки. Накид 2 петельки цепочки пропускаю. Раз, два и в третью петельку цепочки провязываю первый столбик с одним накидом. Нам необходимо связать еще 5 столбиков с одним накидом. Второй столбик с одним накидом. Третий столбик с одним накидом. Четвертый столбик с одним накидом пятый столбик с одним накидом и шестой столбик с одним накидом. Всего получилось в конце ряда 6 столбиков с одним накидом. У меня здесь осталось еще две петельки. Я всегда набираю начальную цепочку немножко подлиннее, чтобы наверняка хватило петелек. Связали первый ряд. Узор мы будем вязать вместе с первого по пятый ряд. Пятый ряд вяжется по аналогии первого ряда. То есть высота узора, высота рапорта с первого по четвертый ряд. Пятый ряд это начало узора и вяжется по аналогии как первый ряд. Всего в ширину я буду вязать по схеме два рапорта, раз два, и слева и справа будет у меня по половинке вот этого элемента узора. Узор можно вязать по кругу и также прямыми и обратными рядами. Он универсальный, будет смотреться одинаково как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Можно считать его, что он двухсторонний вяжется легко и просто связали мы первый ряд читаю схему второго ряда схема второго ряда читается слева направо 3 петельки подъема далее вяжем 3 столбика с одним накидом всего 4 столбика с одним накидом 3 воздушных петельки 1 столбик без накида 3 воздушных петельки 2 первых столбика пропускаем и начиная с третьего столбика с одним накидом в каждый столбик с одним накидом первого ряда провязываем по одному столбику с одним накидом должно быть связано 6 столбиков с одним накидом 9 и 10 столбик с одним накидом первого ряда остаются без внимания то есть не провязываются эти столбики 3 воздушных петельки один столбик без накида и переходим к вязанию уже второго раппорта. Так, приступаем к вязанию второго ряда. Я провязываю 3 петельки подъема. Раз, два, три. Разворачиваю вязание в другую сторону. И вершину второго столбика с одним накидом первого ряда провязываю столбик с одним накидом. Если считать 3 петельки подъема за столбик с одним накидом, то уже у нас связано 2 столбика с одним накидом. Далее провязываем вершину третьего столбика с одним накидом, столбик с одним накидом. Вершину четвертого столбика с одним накидом провязываем столбик с одним накидом. Всего связаны 4 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки варочку цепочки из трех воздушных петелек провязываем один столбик без накида вы можете провязать во вторую петельку цепочки давайте еще покажу раз крупным планом вот во вторую петельку цепочки провязывайте один столбик без накида далее я вам покажу уже во втором рапорте свой вариант, каким образом я буду вязать для того, чтобы ускорить вязание узора. Три воздушных петельки. И переходим к вязанию основного рапорта. Пропускаем первых два столбика с одним накидом первого ряда. И в вершину третьего столбика с одним накидом провязываем один столбик с одним накидом. В вершину четвертого столбика. С одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом, вершину пятого столбика с одним накидом провязываю третий столбик с одним накидом, и вершину шестого столбика с одним накидом провязываю четвертый столбик с одним накидом, вершину седьмого столбика с одним накидом провязываю пятый столбик с одним накидом, вершину восьмого столбика с одним накидом первого ряда провязываю шестой столбик с одним накидом, девятый и десятый столбик. 9 10 мы оставляем без внимания 3 воздушных петельки теперь я вам покажу каким образом вязать буду узор я я в середину арки из цепочки из трех воздушных петелек ввожу крючок под арочку захватываю нить у меня на крючке две воздушных петельки и рабочую нить я провожу через две петельки, соединяю их. У меня на крючке одна петелька. Все очень просто. То есть мы не ищем, где же у нас тут вот петелька вторая, а просто вот захватываю, завожу крючок под цепочку, нить рабочую захватываю, вывожу ее на себя и соединяю две петельки в одну. Три воздушных петельки. Пропускаем первый, второй столбик с одним накидом. И вершину третьего столбика с одним накидом провязываем первый столбик с одним накидом. Вершину четвертого столбика с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом. Вершину пятого столбика с одним накидом провязываю третий столбик с одним накидом. Вершину шестого столбика с одним накидом провязываю четвертый столбик с одним накидом. Вершину... 7 столбика с одним накидом провязываю, пятый столбик с одним накидом и вершину 8 столбика с одним накидом провязываю, 6 столбик с одним накидом. 9 и 10 столбик с одним накидом первого ряда оставляем без внимания. 3 воздушных петельки и провязываем 1 столбик без накида, либо во вторую петельку цепочки в серединку, либо захватываю нить под арочку из цепочки и вяжу один столбик без накида 3 воздушных петельки и заканчиваем ряд провязываем 4 столбика с одним накидом при этом первых два столбика с одним накидом первого ряда пропускаем первый столбик с одним накидом провязали в вершину третьего столбика с одним накидом второй столбик с одним накидом провязали в вершину четвертого столбика с одним накидом третий столбик с одним накидом провязываем в вершину пятого столбика с одним накидом и четвертый столбик с одним накидом провязываем в третью петельку подъема связали второй ряд вот таким образом выглядит узор приступаем к вязанию третьего ряда читаем схему. Схема читается справа налево. Три петельки подъема. Вершину второго столбика с одним накидом провязываем один столбик с одним накидом. Три воздушных петельки. Варочку цепочки провязываем один столбик без накида. Три воздушных петельки. Варочку цепочки провязываем один столбик без накида. Два первых столбика пропускаем. Вершину третьего столбика с одним накидом Второго ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. В вершину 4 столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом 5 и 6 столбик пропускаем 3 воздушных петельки, вяжем 1 столбик без накида, в арочку цепочки из 3 воздушных петелек 2 ряда: 3 воздушных петельки, 1 столбик без накида провязываем в арочку цепочки из трех воздушных петелек предыдущего ряда 3 воздушных петельки и продолжаем вязать второй раппорт приступаем к вязанию третьего ряда по схеме 3 петельки подъема разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину второго столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом с учетом трех петель подъема у нас связаны два столбика с одним накидом. Три воздушных петельки, варочку цепочки из трех воздушных петелек я провязываю один столбик без накида. Вот таким образом. Завожу крючок под цепочку от себя, захватываю нить, вывожу ее на себя. У меня на крючке две петельки, и эти петельки я соединяю вместе при помощи рабочей нити на крючке у меня одна петелька. Три воздушных петельки. И уже в следующую, во вторую арочку, мы провязываем таким же образом один столбик без накида. Ввожу крючок под арочку из цепочки из трех воздушных петелек. От себя захватываю рабочую нить, вывожу ее на себя, на крючке у меня получается две петельки. При помощи рабочей нити я соединяю эти две петельки в одну. Связали две арочки из трех воздушных петелек. Вот они, раз и два. Далее вяжем третью арочку. Раз, два, три воздушных петельки. На крючок делаю один накид и вершину третьего столбика с одним накидом провязала первый столбик с одним накидом вершину четвертого столбика с одним накидом второго ряда провязала второй столбик с одним накидом Давайте снова я вам покажу поближе То есть начало вязания это два столбика с одним накидом далее 3 воздушных петельки цепочка соединяем ее при помощи столбика без накида столбик без накида провязываем в первую арочку цепочки вяжем вторую арочку из трех воздушных петелек соединяем 3 воздушных петельки при помощи столбика без накида столбик без накида провязываем в вершину цепочки в вершину арочки уже второй по счету. Раз, два. И третья арочка у нас из трех воздушных петелек. Далее мы вот эту цепочку из трех воздушных петелек соединяем, провязывая первый столбик с одним накидом. Первый столбик с одним накидом мы вяжем в вершину третьего столбика с одним накидом второго ряда. И второй столбик с одним накидом мы провязываем в вершину четвертого столбика с одним накидом Второго ряда. Пятый и шестой столбик с одним накидом у нас остаются без внимания. Продолжаем вязать узор, повторяем раппорт. Приступаем к вязанию второго раппорта: 3 воздушных петельки. Соединяем их при помощи столбика без накида. Столбик без накида провязываю вершину арочки из трех воздушных петелек второго ряда. 3 воздушных петельки соединяю их при помощи столбика без накида столбик без накида провязываю во вторую арочку цепочки из трех воздушных петелек 3 воздушных петельки и столбик с одним накидом я провязываю в вершину третьего столбика с одним накидом второго ряда раз два пропускаю и в третий столбик с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. В четвертый столбик с одним накидом второго ряда провязываю второй столбик с одним накидом. Пятый, пятый и шестой столбик с одним накидом оставляем без внимания. Три воздушных петельки соединяем их при помощи столбика без накида. Столбик без накида провязали в вершину арочки из пяти воздушных петелек. Три воздушных петельки соединяем при помощи столбика без накида столбик без накида я провязала уже во вторую раз два вторую арочку цепочки из трех воздушных петелек 3 воздушных петельки пропускаю первый второй столбик с одним накидом второго ряда и вершину третьего столбика с одним накидом второго ряда провязала один столбик с одним накидом в третью петельку цепочки подъема Провязала второй столбик с одним накидом. Связали три ряда по схеме. Приступаем к вязанию и чтению схемы четвертого ряда. Схема читается слева направо. Три петельки подъема. В вершину второго столбика с одним накидом провязываем столбик с одним накидом. Далее в первую петельку воздушную цепочки провязываем один столбик с одним накидом. Это третий по счету. Во вторую петельку цепочки провязываем четвертый столбик с одним накидом. Три воздушные петельки. И в центральную арочку мы провязываем один столбик без накида. Три воздушных петельки. Здесь получается во вторую петельку цепочки мы провязываем один столбик с одним накидом. В третью петельку цепочки мы провязываем второй столбик с одним накидом вершину первого столбика с одним накидом провязываем третий столбик с одним накидом вершину второго столбика с одним накидом провязываем четвертый столбик с одним накидом воздушную петельку первую провязываем пятый столбик с одним накидом воздушную вторую петельку провязываем шестой столбик с одним накидом три воздушных петельки и в вершину центральной арочки цепочки из трех воздушных петелек провязываем один столбик без накида 3 воздушных петельки и приступаем к вязанию уже второго раппорта. Все схемы вы найдете в конце видео, а также во вкладке сообщества. А кто учится вязать крючком, то вяжите вместе со мной по моему видео мастер-классу. Значит, для подъема на четвертый ряд я провязала 3 петельки цепочки разворачиваю вязание на другую сторону и во второй столбик с одним накидом провязала один столбик с одним накидом всего у меня связано если считать 3 петельки подъема 2 столбика с одним накидом далее в первую петельку воздушную цепочки провязываю третий по счету столбик с одним накидом во вторую петельку цепочки привязываю четвертый по счету столбик с одним накидом 3 воздушных петельки и в центральную арочку цепочки из трех воздушных петелек я провязываю один столбик без накида вы можете вязать упрощенным способом либо привязать во вторую петельку цепочки вот первая вторая во вторую петельку цепочки провязываете один столбик без накида, как вам удобно. Три воздушных петельки. Далее одну петельку цепочки пропускаете и во вторую петельку цепочки вы вяжете первый столбик с одним накидом. В третью петельку цепочки провязываете второй столбик с одним накидом. В первый воздушный в первый столбик с одним накидом провязывайте третий столбик с одним накидом и во второй столбик с одним накидом третьего ряда провязывайте четвертый столбик с одним накидом а сейчас я вам хочу показать каким образом можно быстрее связать данный узор то есть мы будем столбики с одним накидом провязывать не в каждую петельку цепочки а просто вот опять же захватывать вот таким образом накид, вводим крючок под арочку цепочки, захватываем рабочую нить, выводим на себя, соединяем первых две петельки на крючке при помощи рабочей нити. Далее у нас на крючке остается две петельки и Две петельки оставшихся соединяем между собой при помощи рабочей нити. У нас на крючке одна петелька. И таким же образом вяжем шестой столбик с одним накидом. Все так гораздо быстрее. Три воздушных петельки. Центральную арочку я провязываю один столбик без накида вы можете вязать либо во вторую петельку цепочки либо вот каким образом я вяжу обращенным способом так как я люблю вязать быстро и просто 3 воздушных петельки здесь вы можете начинать вязать первый столбик с одним накидом во вторую петельку цепочки таким образом это первый столбик с одним накидом в третью петельку цепочки мы провязываем второй столбик с одним накидом. В первый столбик с одним накидом третьего ряда провязали третий столбик с одним накидом. Во второй столбик с одним накидом провязали четвертый столбик с одним накидом. И далее вяжем еще два столбика с одним накидом. Вот таким образом, как я связала упрощенным способом, либо вы вяжете в первую петельку цепочки пятый столбик с одним накидом, а во вторую петельку цепочки вяжете шестой столбик с одним накидом. Всего должно получиться шесть столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть столбиков с одним накидом, три воздушных петельки. И варочку центральную из цепочки цепочки из трех воздушных петелек провязываем один столбик без накида три воздушных петельки далее в, пе в первую петельку цепочки пропускаем и во вторую петельку цепочки провязываем первый столбик с одним накидом в третью петельку цепочки провязываем второй столбик с одним накидом в первый столбик с одним накидом провязываем третий столбик с одним накидом. И во второй столбик с одним накидом третьего ряда провязываем четвертый столбик с одним накидом. Вот таким образом выглядит узор. Связали 4 ряда. По вязанию пятого ряда. Пятый ряд, как вы видите по схеме, это повторение первого ряда. Схему читаем справа налево. Три петельки подъема в вершину второго столбика с одним накидом провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем в каждый столбик с одним накидом по одному столбику с одним накидом и в первых первых второй петельку цепочки провязываем еще два столбика с одним накидом. Всего должно быть 6 столбиков с одним накидом с учетом 3 петелек подъема. 3 воздушных петельки. Первых 2 столбика с одним накидом мы вяжем во вторую и третью петельку цепочки. Далее вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков с одним накидом. Вершину каждого столбика с одним накидом четвертого ряда и добавляем еще два столбика с одним накидом за счет провязывания их в первую и вторую петельку цепочки. Три воздушных петельки и повторяем раппорт. Приступаем к вязанию первого ряда, либо пятого по схеме. Три петельки подъема, разворачиваю вязание, и вершину второго столбика с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом. Вершину третьего столбика с одним накидом провязываю третий столбик с одним накидом. Вершину четвертого столбика с одним накидом провязываем четвертый столбик с одним накидом. Далее в первую петельку цепочки провязываем пятый столбик с одним накидом. Во вторую петельку цепочки провязываем шестой столбик с одним накидом либо вы можете их провязывать в упрощенном варианте как я вам уже показывала ранее 3 воздушных петельки и во вторую петельку цепочки провязываем первый столбик с одним накидом в третью петельку цепочки провязываем второй столбик с одним накидом в первый столбик с одним накидом четвертого ряда провязываем третий столбик с одним накидом. Во второй столбик с одним накидом провязываем четвертый столбик с одним накидом. В третий столбик с одним накидом провязываем пятый столбик с одним накидом. В четвертый столбик с одним накидом провязываем шестой столбик с одним накидом. В пятый столбик с одним накидом провязываем седьмой столбик с одним накидом. В шестой столбик с одним накидом провязываем Восьмой столбик с одним накидом. В первую петельку цепочки провязываем девятый столбик с одним накидом, а во вторую петельку цепочки уже провязываем десятый столбик с одним накидом. Всего должно быть связано 10 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Всегда проверяем количество столбиков. Вот здесь у нас уже с вами формируется вот такой вот цветочек. Давайте я вам покажу крупнее. У цветочка есть серединка. И вот лепесточки. Такие вот в виде ажурных вот таких вот дырочек. Такой вот узор у нас с вами формируется в процессе вязания. Пятый ряд, я повторюсь, это повторение первого ряда и шестой ряд повторя... повторение уже второго ряда и так далее узор вяжется очень легко и просто обязательно возьмите себе его в копилочку чтобы потом в дальнейшем воспользоваться им три воздушных петельки продолжаем вязание пятого ряда и во вторую петельку цепочки провязываю первый столбик с одним накидом в третью петельку цепочки так вот вот она у меня вторая. Петелька провязала первый столбик с одним накидом. В третью петельку цепочки провязываем второй по счету столбик с одним накидом. И далее вяжем мы в каждый столбик с одним накидом четвертого ряда по одному столбику с одним накидом. Всего здесь должно получиться до конца столбиков. 8 столбиков с одним накидом. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков с одним накидом связали. И добавляем еще 2 столбика с одним накидом за счет воздушных петелек. В первую петельку цепочки провязали 9 столбик с одним накидом. 10 столбик с одним накидом провязываем во вторую петельку цепочки. 3 воздушных петельки. И во вторую петельку цепочки провязываем 1 столбик с одним накидом. В третью петельку цепочки провязываем второй столбик с одним накидом в первый столбик с одним накидом провязываем третий столбик с одним накидом во второй столбик с одним накидом провязываем четвертый столбик с одним накидом в третий столбик с одним накидом провязываем пятый столбик с одним накидом и в, три, в третью петельку подъема провязываем шестой столбик с одним накидом таким образом у нас связалась 5 рядов в высоту это один рапорт в высоту мы вяжем два раппорта в ширину либо три вот таких вот вертикальных элемента напоминающих цветочки я свяжу образец Высота, чтобы у меня вязаный образец был по форме квадрата для того, чтобы измерить стороны. И если вы будете вязать из этой же пряжи, вам уже не надо будет вязать контрольный образец для того, чтобы рассчитать необходимое количество петель для вязания основной, основной работы основного полотна. Продолжаю вязание за кадром и покажу вам, что у меня получилось. Вяжите вместе со мной. Связала я образец узора. Таким образом, он выглядит. Узор двухсторонний. То есть он выглядит одинаково как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Очень универсальный вязала я вот по этой схеме схема будет прикреплена в конце видео а также я размещу схему во вкладке сообщества для того чтобы вы смогли распечатать и вязать узор по схеме и по видео мастер-классу давайте измерим полученный связанный образец ширина образца 11 сантиметров Высота образца тоже 11 сантиметров. Фигура квадрат у меня получилось. Всего я набирала цепочку из 38 воздушных петелек плюс 3 воздушных петельки подъема. Связано раз-два раппорта в ширину, также как по схеме. Получилось у меня три ажурных дорожки. Раз, два, три и высоту было связано. Получается, раз, два, три, три, четыре рапорта в высоту и половинка рапорта. То есть четыре с половиной рапорта в высоту. Это составило у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать рядов. В 11 сантиметров получилось у меня 19 рядов. Высоту. И 38 воздушных петель в ширину. Вязала я крючком номер 2,5 миллиметров. Это крючок, название крючка Кловер Амур. Страна производства Япония. Это у меня новый крючок. И попробовала я вязать. Ранее я вязала эту пряжу крючком номер два. Тоже кловер, но в этот раз я взяла крючок немножко побольше. Пряжу для вязания, демонстрации вязания узора я использовала Alize Diva Batik. Это стопроцентная микрофибра акрил. В 100 граммах 350 метров. Это пряжа с секционного окрашивания. Цвет у пряжи номер 4574. Бежевый, белый и цвет мальва. Такой вот красный. Очень красивый цвет. Я надеюсь, вам мастер-класс понравился. И вы возьмете себе узор в копилочку, сохраните его и воспользуйтесь им. С вами была Елена. Подписывайтесь на канал. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. Также проходите по ссылке в подсказках на видео, где я рассказываю о своих планах на декабрь, что будет транслироваться и какие видео вы увидите на канале в декабре. Проходите по ссылочке всплывающей и смотрите. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч.